Сегодня губернатор Алексей Гордеев встретился с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктором Евтуховым, который приехал в наш регион на совещание по вопросу о перспективах и способах совершенствования механизмов взаимодействия отечественных производителей и крупных торговых сетей. Сегодня, я так понимаю, непростое совещание. Вы, наверное, в этой теме постоянно находитесь, понимаете, и вообще нас с точки зрения там нормативной базы, законодательства. Но мы ее просто ощущаем здесь в реальной работе. В повестке дня совещания проблемные вопросы, которые касаются всего населения. В основном это взаимодействие местных товаропроизводителей с крупными федеральными торговыми сетями. Но все вы вносите серьезный вклад в экономику области, да и в целом в социально-экономическое положение региона. Я позволю себе буквально несколько цифр назвать. Вот мы ожидаем в этом году розничный товарооборот составит 340 миллиардов рублей в Воронежской области. В области работает свыше 13 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе 20 тысяч торговых объектов. У нас торговые сети в среднем формируют где-то 22% оборота розничной торговли, и цифра эта растет. В общем-то, наверное, это такой современный тренд. Работают 17 крупных сетевых торговых структур, в ведении которых находится свыше 230 магазинов. Ну, отдельные цифры вот для понимания, что такое торговая сфера для Воронежской области. В этой сфере работает 226 тысяч человек. Это 22% от всех занятых. Площадкой для проведения совещания производственников и представителей крупных торговых сетей Воронеж выбран далеко не случайно. Торговая отрасль занимает третье место в экономике, достигая 11%. Вот у вас 22%, это уже, значит, не так плохо, Алексей Васильевич. В сфере торговли у вас задействовано 13 миллионов человек, это порядка 18% всего занятого населения. Опять здесь Воронежская область на передовых позициях. Ну, я могу сказать, что по росту розничной торговли, мы посмотрели статистику, ну, это регион практически один из лидеров. И это тоже надо отметить. Цель совещания – облегчить доступ продукции местных производителей на прилавки крупных торговых сетей, чтобы, с одной стороны, обеспечить устойчивый рост производства, а с другой – предложить населению более широкий и качественный ассортимент продуктов и товаров по доступным ценам.